Да, приветствую снова всех поклонников Type Negative. Сегодня на обзоре вот пришел ко мне такой бокс компактов, издание альбомчиков. Смотрим, что у нас тут вот так вот. Сейчас будем распечатывать, смотреть. Ага, вот он, видно, коробочка вот так вот открывается. Так. Написано коллекция 13 года по 13. Сейчас посмотрим, что там у нас внутри. Roadrunner и коллекция 91 2003 год с альбомом. Смотрим. Так, снял. Нету, очень дорого, но я думаю, будет рано или поздно. У брата есть оригинал первый, так что если что, знаю, где взять. Так, ну это винильчик у меня есть этот. Так, красиво. Хоть один побольше, ничего нету тут, пустая коробочка. Ну вот так вот интересно. Так, складываем по порядочку обратно альбомчики все, посмотрим, что он там. Вот так вот, короче, компакты. Матрицы, Warner Brothers, что-то Roadrunner, ля-ля-ля. В таком стиле. Каждый, я смотрю, разный. Ну, матрица, понятно, Roadrunner, ля-ля-ля. Та же байда, Body Kisses,
таком черном оформлении чисто. Ну, я смотрю, тут у них все стандартно. October Rust. Все соответствует. World coming down. Все как и положено. Пятачок на виниле такой же. Жалко, Питера Стива больше нету, не будет радовать, но радует все равно своим творчеством все, что издал. Спасибо всем, пока.